Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит. Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей. Алимбет – народный букмекер. Дмитрий Анатольевич, насколько сегодня довольны увиденным? Ну, не в полной мере, конечно, мы довольны. Но мы сейчас немножко другие задачи решаем. Все-таки победа добавила нам положительных эмоций, но детальный разбор игры будет позже. Были моменты, которые очень понравились. В принципе, достаточно уверенно играли в обороне. Вот. Сложности были, когда мы атаковали, не реализовывали моменты. Ну, мы сейчас сделаем на это скидку, потому что ребята работают. У нас вчера было две тренировки, сегодня была утром тренировка. Поэтому достойный результат, ну а качество игры, естественно, нужно улучшать. Это постоянный процесс, мы к этому стремимся. Правильно ли я понимаю, что игровые нагрузки на футболистов изменятся, и теперь некоторые будут проводить 60 минут, кто-то вообще 90? Да, теперь у ребят добавится игрового времени. Мы следующий матч уже будем играть не 60 минут, а получится так, что ребята все получат по 90 минут игрового времени. Спасибо. Пожалуйста.